Госдума рассматривает законопроект о введении льгот для строительства и реконструкции отечественных гостиниц. Новая кредитная ставка составит 3 или 5%, что значительно меньше нынешних кредитных ставок. По словам главы Ростуризма Зарины Дагузовой, проект поможет сделать сферу отечественного туризма более привлекательной для инвесторов. Программу планируется запустить уже в конце весны. Все подробности читайте на нашем сайте.